Матрешечки, мои дорогие, всем-всем большой привет. Видео о том, что хочу пояснить быстренько о прошедшем конкурсе. Как вам нравится, кстати, мой макияж на один глаз? Лень матушка, решила сделать только один глаз. Я шучу, об этом чуть-чуть позже. Хочу пояснить, что конкурс я устраивала за свою жизнь только один раз. Это был прошлый раз, когда было 4 победительницы. Я никогда раньше не устраивала конкурсы такого рода, как вы понимаете. И, как правило, вы на YouTube почти не увидите среди русскоговорящих блогеров, они обычно делают только один приз, максимум два. И я, честно говоря, видела, что в американском ютубе, если же больше там одного победителя, то они обычно вводят на страницу меньше, как я это и делала. Хочу пояснить, что я хотела только по-хорошему, я хотела справедливо, я хотела все как к лучшему. А получилось так, что вы считали, что я как-то несправедливо это все посчитала. В следующие разы я буду вводить определенное количество страниц, которые есть в сумме, и вводить на страницу меньше я больше не буду. Прошу извинения, если вы считаете, что это как-то несправедливо, извините. Все равно давайте поздравим победительниц. Надеюсь, комментарии такие злые какие-то не появятся. Я действительно хотела самые справедливые результаты, а получилось наоборот. Поэтому первый блин комом, второй буду уже играть по другим правилам. Итак, хочу сказать, что к моему новому числу 1500 подписчиков, вау, всем большое-большое-большое спасибо. Я решила устроить второй конкурс. Он будет не таким грандиозным, как первый, но более грандиозные будут там накануне Нового года и так далее. Вот, хочу поговорить о моей любимой палеточке на данный момент. Вы знаете, что я очень-очень люблю эту компанию, у меня также были видео об этой компании, я постоянно что-то там покупала от нее. Все призы я покупаю всегда за свои деньги, это не спонсирует мне никто, это не реклама, ни в коем случае, это мое честное мнение о продуктах, которые я действительно, от которых я получаю просто очень-очень хорошие результаты, то, что мне нравится пользоваться, и то, что я могу сразу сказать, могу посоветовать и не думать, что я вам что-то плохое, допустим, советую. Если вам это уже не нравится, но это индивидуально, но как бы мне действительно нравятся те продукты, которые я предоставляю в конкурсе. Итак, вот эта вот палеточка от компании Toki Doki. Я очень-очень люблю эту такую мультяшную кукольную компанию.
как обычно, у вас будет 4 победительницы вот на такие вот палеточки. Они все одинаковые, вся та же цветовая гамма. Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, вам должно быть больше 14 лет, также вы должны получить разрешение от родителей, плюс вы можете только лишь участвовать один раз, один комментарий, пожалуйста. Плюс вы можете жить в любой точке мира. И самое последнее, это то, что комментарии от вас в этот раз, я думаю, такое будет интересная игра. Пожалуйста, напишите слово, русское слово, которое вы думаете, что Пасхваль это мой молодой человек, если вы не знаете, не говорит по-русски. Напишите слово, которое вы думаете, что Пасхвалю, как иностранцу, если бы он приехал в Россию, просто необходимо знать. Пожалуйста, не пишите слова как «спасибо, пожалуйста», а подумайте о чем-нибудь более интересном. Это может быть смешное слово, пожалуйста, только не матерное слово. Может быть, какое-то выражение коротенькое. Мне очень-очень интересно, и я надеюсь, что Пасхваль будет не возражать, он не знает, что я это делаю. Может быть, он в следующем видео будет произносить эти слова для вас, будет смешно, я надеюсь. Итак, эти условия конкурса, а напоследок, если вы хотите оставаться со мной, я сделаю макияж глаза, моего правого глаза, с этой же палеткой, чтобы вам дать идею, как ей пользоваться. Я надеюсь, она понравится так же, как и мне, потому что очень натуральные цвета подходят ко всем, если вы загорелая, если вы нет. Его можно сделать намного меньше смоки, можно сделать намного более интенсивнее, использовать только вот эти два цвета. Поэтому оставайтесь со мной, если вам интересно, как я наношу эти цвета. Для начала мы будем брать NYX карандаш в цвете Milk. Я не использую зеркало, использую вот окошко камеры. Просто вот так вот очень легко похлопываю и распределяю вот этот цвет. Беру плотную кисть, она довольно-таки большая, это может быть любая вот такая вот кисть. Первый цвет, это, конечно же, вот этот белый, он чуть-чуть переливается, он не полностью матовый белый, все сатиновые цвета очень-очень красивые. Мне кажется, этот цвет пойдет очень-очень хорошо на лето, когда кожа чуть-чуть загорелая. И наносим менее толстый слой, наносите меньше. Такая простая формула, по-моему. Тени настолько нейтральные, что их, по-моему, все равно как наносите. Чем можно даже пальцем нанести, эффект будет такой же, потому что цвета очень-очень растушевываются хорошо. Я беру вот этот цвет. И вот так вот мы его наносим. Поверх него мы нанесем чуть-чуть золотой цвет, чтобы это придал нам такую трехдименсию. Даже не знаю, как по-русски это сказать. Но вот. Самый последний цвет это вот этот. Я макаю просто вот кончик кисточки. Просто кончик. И встряхиваем. И чуть-чуть мы его сюда накрасим. Потому что макияж нейтральный, я стараюсь не пользоваться грубой черную линию, поэтому мы будем использовать просто коричневую подводку от e.l.f. Она, по-моему, стоила $1. Это может быть самые дешевые продукты. Просто если вы знаете, как сделать эту линию, вы можете использовать самые дешевые продукты. Вот такая вот кисточка. И я начинаю где-то от середины. Очень сложно пользоваться этим окошком без зеркала. Так вот примерно. Правее мы ее чуть поднимаем. Теперь осталось нам нанести вот на подводную линию коричневый карандаш. Я использую Maybelline Master Drama. Просто коричневый карандаш.
Ничего я такого супер-пупер не делаю, просто обычный макияж. Использую мою любимую палетку на сегодняшний день. Так. Следующий штрих – это вот такая вот огромнейшая тушь от Sephora. Но это может быть любая тушь. Такая вот здесь кисточка. Любая тушь, я вас уверяю, сойдет. Сойдет для макияжа. Для рюмяшек, осталось нам нанести MAC 129, стерся у меня вообще эти все номера, 129, просто обычная такая вот средней толщины кисть, мягенькая, макаем мы ее сюда, чуть-чуть у нас цвет появился, стряхиваем чуть-чуть и наносим на яблочки. Яблочки были у русалочки. Я понимаю, что на свету это выглядит очень так драма. Вы можете, если вы чувствуете, что вы переборщили, а я, наверное, переборщила, потому что я это делаю без зеркала, берете просто обычную большую кисточку типа кабуки, она на ней нет никакого цвета, и просто продолжаете это все растушевывать, чтобы цвет распределился. Не забудьте ваши ушки и вашу шейку. И почему я наношу сюда такой хайлайт? Потому что я люблю, как это выглядит. Это не для всех. Моя мама раздражает, когда я это делаю. Но изменить меня не изменишь. Вот такая я. Итак, макияж готов с помощью этой вот палеточки. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам это видео было полезно. Пожалуйста, ставьте комментарии один только лишь раз под этим видео о слове, которое вы думаете, что мой иностранец должен знать в русском языке, если он приедет в русскоговорящую страну. Это может быть какое-то интересное слово. Вы можете даже подумать, если бы вы были иностранцем, какое бы слово вы думали необходимо было бы знать, или это может быть какая-то фраза интересная, но, пожалуйста, но она не может быть какая-то типа очень-очень замысловатая и очень-очень сложная. Это может быть наподобие как проехать на такси, или как вызвать такси, или как где можно купить сим-карточку. Вот что-то такое интересное. Пожалуйста, оставьте. У вас будут 4 победительницы. Всем спасибо за участие. Всем пока. Пока. Забыла еще показать вам более такой драматик макияж. Чуть-чуть макаем, чуть-чуть потоньше кисточку в самый темный цвет. Стряхиваем. Прорисовываем вот тут здесь. Видите, вот такая вот линия. Кто-то там ревет из детей. И потом берем обратно еще вот этот белый цвет. И прорисовываем вот так. Получается контраст белого с черно-коричневым. Черно-коричневым таким. Такой вот драма макияж.